Тонкий голос, что с ним делать? Как избавиться от этого страха, звучать на камеру? Голоса нет, как органа. А стресс — это сопротивление жизни. Правда. Чудо. Многие люди не рискуют. Правда? Почему нам голос не нравится, когда мы звучим на камеру? Сейчас я помогаю тем, кто уже занимается вокалом или спикерством, выступает на конференциях. Какого такого щелчка не произошло? Я рада приветствовать тебя. Мы находимся сегодня в самом центре Силиконовой долины. Меня зовут Надинка. И сегодня мы на мелкие атомы разберем мой голос, как он звучит и что с этим делать. И в гостях у меня невероятный, потрясающий профессионал своего дела. И это, конечно же, Юлиана. Да. Друзья, всем привет. Меня зовут Юлиана Андреева. Я фаундер направления Voice Biohacking. Вот так сложно, заморочисто звучит, но на самом деле это о связи голоса и нервной системы. И все преподают ораторское мастерство, все преподают там речь, как я красиво проходила говорить. Несколько курсов по речи. Ага. А зачем тебе это нужно было? Потому что я придумала, что я хочу вещать на камеру, но я поняла, что мой голос не звучит так, как тех людей, которых я вижу. Я не понимала, как, что с этим делать, и я нашла одного, второго, третьего, пятого. Конечно, стало получше. Я хоть немножко начала чувствовать, когда я могу говорить вот этим местом. Но большую часть жизни, конечно же, я звучу не из этого места, потому что привычно мне звучать на моем голосе. Хай, привет, как дела? Давай еще сразу обозначим те темы, которые мы сегодня разберем. Да. Мы сегодня, ну вот я даже прошу тебя озвучить, и потом да, для монтажа, что мы говорим о страхе вещать на камеру, что не нравится свой голос в записи. Да. И вообще тонкий голос, что с ним делать. Да. Озвучишь? Да. Вопрос номер один, который меня интересует, это как избавиться от этого страха звучать на камеру, потому что даже сегодня я собиралась, приехал уже Семен, я поехала за тобой, я понимаю, что у меня начинается мандраж. И я такая, начинаю вдох-выдох, и, в общем, этот вопрос не закончен. И я понимаю, благодаря этому вопросу я не так открыто проявляюсь, потому что этот страх, он постоянно впереди меня. Это первое. И второе, это, конечно же, высота моего голоса. Возможно ли сделать так, чтобы я не боролась с этим, не сопротивлялась, не ругала себя за это изнутри, когда я слышу, что я звучу низким голосом? Чтобы я просто уже позволила себе звучать, если это возможно, конечно. Да, это все возможно. Так, давайте обозначим. Первое. Мы говорим о том, что камера, зрители, страх публичных выступлений, это все погружает нас в некий стресс, нас трясет, мы чувствуем блок, и у нас есть какой-то блок выступать. Да. Блок публичности, блок проявляться. Это выражается в тряске челюсти, каких-то у кого-то красных пятнах, вот такая задержка дыхания, вот эта вот зажатость. Все, что мы называем зажатость. Второе — это тонкий голос, когда мы говорим вот так, или вот так вот, вот так, как бы такие вот варианты. И, конечно, мы поговорим о том, почему нам голос не нравится, когда мы звучим на камеру. Чем я конкретно занимаюсь? То есть я могу научить петь человека за 3 занятия, не за год, вот прям под ключ, за 3 занятия. Да? Вроде любого как бы человека? Любого, вообще любого. Потому что я не работаю с голосом, голоса нет как органа. Окей. Я работаю с нервной системой, которые создают эти препятствия на пути голоса. То есть я работаю с причиной. Также с речью за там 1-2 урока можно полностью поставить речь так, как в ораторском искусстве ставят. Угу. И для этого не нужно много занятий и упражнений. То есть мы, вот в моей академии педагоги, я, да, люди, которых я обучала, специалисты, которых я обучала и переобучала, они не работают, они не продают упражнения. Угу. Мы продаем свободу. Мы как это лишаем, как слово сказать, по-английски могу, по-русски нет, как помогаем человеку избавиться от зажатости. Вот именно это я и чувствую, я не чувствую свободы. Когда вот я записываю видео, я не чувствую свободы, даже если я нахожусь одна наедине с собой. Да, это такая штука, но на самом деле скажу первую вещь. Наше горло зажато, потому что есть другие. Угу. Когда мы наедине с собой реальны, то есть если мы жили бы среди водопадов, с лошадьми, там, в лесу, ни у кого бы горло не зажималось. Вау. Это результат, это прорисованное в теле некое искажение себя с тем, чтобы fit social expectations, сейчас формулирую на русском языке. Подходить в социальные рамки. Да, 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 встроиться в социальные ожидания от нас.
То есть мы готовы, грубо говоря, себя предать, чтобы нас приняли, нас ценили, чтобы соответствовать социальному статусу. А при этом самые привлекательные для нас люди — это люди аутентичные. Да. Люди неповторимые, люди, которые просто завораживают своей способностью быть собой. И да. Мы хотим быть как они, на самом деле, по идее, нам бы хотеть быть как мы. Вот. И ладно, это все такая вроде психология, но вот эти все паттерны прорисованы в нашей нервной системе и в нашем теле. И с этим можно работать. Что мы сегодня сделаем с Надей? Мы прямо попробуем сделать до и после, сделать результат за 20 секунд. Может быть, мы тут сегодня запланировали небольшой процесс в будущем. Может быть, я здесь недельку поживу. Очень я соскучилась по Калифорнии. Я отсюда уехала в какой-то момент. И мы такое сделаем, еще такой дисклеймер. По крайней мере, мы планируем сделать до и показать процесс, как за неделю можно полностью поменять голос, поменять привычки. А сегодня мы покажем с вами короткие трюки по этой части. Давай немножко я скажу, как я к этому пришла, и о себе. Да. Я постараюсь, ребят, кратко, потому что история длинная. Я сама не могла петь в течение 15 лет. Не могла петь, была зажата, у меня был зажатый голос. Мама ругалась, она у меня оперная певица, и говорила, что Юлиана, так-то и так-то, ты неправильно поешь. Мама прям была звезда, ездила, мы жили за железным занавесом в Советском Союзе, и она при этом пела в Нью-Йорке в Метрополитен Опера, она пела в Италии, во Франции, в Японии, в общем, мама была звезда, а я тут, собственно, типа кто. Когда мама говорит, что неправильно поешь, в итоге за свою жизнь я получила 3 высших музыкальных образования. Вау. Мне это никак не помогло запеть. Как режиссер мюзикла я закончила, получила 12 национальных наград, но это был не путь вот в голос, да, вокруг я как бы шла в обход. Мне настолько было страшно петь. У меня есть 5 лет актерского образования, которые, конечно, немножко расслабили и сделали более подвижной мою нервную систему, но все равно блок в горле еще был. Я сменила 26 вокальных педагогов за свою жизнь. Где-то на 25-м до меня стало доходить, как я могу владеть и управлять своим голосом. Но это тоже не дало мне должного результата, много потраченных денег, потраченного времени. Сейчас я помогаю тем, кто уже занимается вокалом или спикерством, выступает на конференциях, собственно, не тратить на это время и сделать как за короткий промежуток времени дорог, быстрый и гарантированный результат. Угу. Из 10 тысяч человек, которых я лично обучила за эти 20 лет, не работая нигде более, ни в найме, ни в корпорациях, Wow. не воспитывая детей, я занималась только этим, у нас не было ни одного кейса, когда что-то не получилось. У меня занимались и известные блогеры, и люди из Forbes, и даже вот киноактеры австралийские, американские, в том числе звезда Netflix, сейчас я не буду хвастаться именами, но многих из них вы знаете. Кто-то знает Сашу Белякову, кто-то знает Андрея Дороничева. Все это вы можете найти на всех мировых площадках, те треки, которые выпущены. Ну, то есть, и ребята действительно начинали с нуля, делились своей историей, это все реально. То есть, есть приемы другие, не из музыкального образования. Угу. Какого рода приемы? После окончания консерватории с красным дипломом, еще с зажатым горлом, я училась у невролога. Я училась у остеопата, я училась на медицинской кафедре как кинезиолог, а последнее образование — это был медицинский гипноз. Соответственно, это все замешано на нейрофизиологию, на химию головного мозга, на наши эмоции, на наши травмы и, конечно, много коллабораций с сексологами, психологами. В общем, невероятно интересная штука, мне по-прежнему интересно это исследовать. Вот поэтому музыкальное образование не сильно работает. Если у вас не получилось петь или говорить, и вы недовольны своим голосом, это не значит, что у вас нет таланта или данных. Это значит, что для вас не подходит система музыкального образования так, как она в том виде, в котором она сложилась на сегодняшний день. Как не подходит размер одежды, или как не подходит принт или фасон. С вами все в порядке. Вау. С тобой все в порядке. Это важно. Это первое. Вот. А второе, наша нервная система. Ее слышно через голос. Голос — это отражение нервной системы. И когда мы зажаты, это говорит о том, что что-то внутри происходит, в подсознании. Есть мышцы, которые отвечают за бессознательные процессы. Uh-huh. И когда эти мышцы сжаты, гладкая мускулатура бронхов, диафрагма, гладкая мускулатура кишечника, горло, это все
дает в мозг сигналы, и мозг понимает, что мы все еще живем в стрессе. Можно на секунду вставлю? Давай. Чтобы ты понимала, только 2 года назад для меня появилось понятие, что у меня есть внутренний мир, и что я там что-то чувствую. И впервые в жизни я пошла, сделала айваску, и после этого для меня открылось, что есть что-то внутри. До этого вся жизнь этого не существовала. Я не знаю даже, как это объяснить, как это, но это реально так было всю жизнь. Кто я? Кто я? Кто я? Да, у меня тоже такой, на самом деле, опыт был достаточно давно. И вообще, но практика медитации пришла ко мне в 2007-м. Я медитировала по 6 раз в день. Прямо очень много. И вся методология, о которой мы сегодня будем говорить, да, в своем еще не напрактикованном, но зачаточном виде, очень полном, пришла ко мне еще тогда, когда у меня случилась остановка в мышлении в связи с медитациями. Я очень много медитировала. Когда я медитировала, у меня очень много веса ушло, очень много вот этого внутреннего мира открылось. А медитация была guided или просто... Нет, тогда еще интернета толком не было. Там мы только знакомились с тем, как работает интернет. Я услышала с радио, вмонтированного в стену в коммунальной квартире, выпуск Бориса Гребенщикова о том, что такая медитация. Я уже начала этим интересоваться. Мне приснился сон. Вау. О том, что делать и куда ехать. И потом, забавно, через 2 месяца я туда случайно приехала, меня привезла мама. Она сказала, что кто-то приехал из учителей. А до этого я как раз просилась именно на этот ретрит. Мама сказала, ты не поедешь ни за что. И сама меня туда привезла, ну, если коротко. Чудо. Географический сон сбылся один в один, я сны записывала с детства. И вот там у меня случилась эта история. Ну, другая история. Да. Мы сегодня про голос. Мы находимся в самом сердце Кремниевой долины. Забавно, что я работаю с мужиками. С айтишниками, то есть я занимаюсь голосом, я жила здесь, да, в Silicon Valley, и какие-то вот айтишники, инвестора, high achieving people, то есть это люди, которые пытаются много достичь, много берут на себя ответственности, очень уставшие, под гнетом стресса, потому что здесь в Америке очень много так называемых rat races, гонок, да, крысиных бегов, и они зажимаются от того, какое количество стресса. От чего зависит наша успешность? Если подумать, от количества стресса, которое мы можем пережить, ну, как handle, как адекватно, гибко пережить. То есть расширение и успех связано с рисками. Yeah. Многие люди не рискуют. Риск всегда связан со стрессом, потому что ты не знаешь, что будет в будущем. И мы сжимаемся в этом случае, мы не можем через себя пропускать жизнь. То есть мы не можем вдыхать Вселенную в свободное тело и выдыхать обратно. Нас именно сжимает, и мы начинаем задерживать воздух. Физиологически это выглядит именно так. И в нашем теле самое узкое место – это наше горло, которое является дамбой между головой и сердцем. Вот что такое шея и горло на самом деле. И когда мы не готовы, чтобы наше горло, наше сердце, наши чувства и ум были когерентны, как Джо Диспенза говорит, coherence between the brain and the heart, у нас зажимается горло. И вот вы сколько слышали таких голосов, да? Вася, ты ребенка из школы забрал? Или привет, и люди вот так говорят. Сейчас много спикеров, я здесь была, да, на обучении, у нас было бизнес-обучение, она прекрасно знает, о чем-то делали, дико уставшие, иногда слышишь, и спикер что-то рассказывает, на этих лекциях засыпаешь, что-то не доносит смысла. Просто такой... Сколько, мы даже видео делали, это сколько кадров было, участники рыхнут на лекциях, очень такое веселое. Тяжело, и мы все сталкивались с тем, что мы не доносим смысла, нам страшно проявляться. А стресс — это сопротивление жизни. Мы сопротивляемся тому, что вдох, воздух в нас входит и выходит. И мы сегодня попробуем, собственно, как-то сдвинуться все вместе, я покажу какие-то приемчики, расскажу вам. Я рассказываю вам про причины зажатого голоса. Вы приходите на ораторское, вот что вы там делали, расскажи. Ну, в разных случаях было по-разному, но в каких-то местах мне говорили, нужно качать мышцы, губ, языка, и мы делали разные упражнения, как такие там... Представляю, как качать мышцы языка. Да. А смешанная группа была, нет? У меня была индивидуальная. Надо даже. И да, и все в этом духе. И потом я читала очень много, и... Ну так, чтобы прямо я поняла, как это встроить в свою жизнь и к
какого такого щелчка не произошло? Потому что причины, наверное, не работали. Потому что голос — отражение нервной системы, мировоззрения. Да. То есть люди продают упражнения. Да. Единицу упражнений за единицу денег. Мы делали упражнения, это правда. А нормальный человек, он зачем приходит? Он за упражнениями приходит? Нет, он за свободой приходит. От зажатости. Да. Пытается найти приемы. Ну, то же самое, что можно, да, там, не знаю, себя закрыть красивым платьем или брендом, или, не знаю, макияжем, или как бы утянуть в корсет, но да. Есть то, что есть. Это помнишь, правда. Сказала, я внутренний мир обнаружил. Да. Вот мы из него работаем. Да. Сразу работаем с причин. Я не знаю, согласятся ли со мной наша аудитория сегодня, но голос отражает, кто-то есть. Давайте я попробую прийти с научными доказательствами. Я же с айтишниками работаю. Им нужно доказывать, это правда. Да, 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 это очень скептично настроенные люди. Я работала, и когда-то мы с Андреем Дороничем работали, который сделал мобильный YouTube, с которого, вероятно, нас сейчас смотрите, многие из вас. Ну, человек, да, делал продукты для Google, да, то есть он был как head of, как глава, как же это называется, ну, в общем, вы поняли, очень, люди системно мыслят, и когда говоришь, вот, психология, упражнения, мамы-мимо-мо, они такие, идите вы, друзья, нафиг, мы тут в Кремниевой долине, мы хотим заработать $1-2 миллиона, у нас сейчас дедлайны. Ну да, мне зажато, но при таком подходе я не буду работать. Это правда. Да? Время. Время, какие-то вот эти вот размазанные софт, мягкие ниши, каких-то людей там отлетевших много, здесь на линии, до линии, в принципе, много кто отлетает, потому что уровни стресса такие, что сложно держаться адекватно. И вот почему мы слышим по голосу все. Ребенок после рождения сразу узнает голос мамы. Угу. Просто задумайтесь. Голос матери. Это вообще основа того, как мы адаптируемся к жизни, как мы выживаем. И у нас всего 5 органов чувств. Зрение, обоняние, вкус, слух и осязание. Угу. Осязание ребенку в животе не нужно, он в плодном пузыре. Зрение тоже не нужно, там некуда смотреть. Обоняние не нужно, запахов нет, не надо пищу на запах различать. Все время один запах, он не меняется. Вкус тоже не меняется, потому что питание через пуповину. А что же меняется? Меняются только звуки. Я только сейчас об этом задумалась. Это же реально так происходит. Я причем сама как-то додумалась. Не то, чтобы я это в книжке прочитала. Но реально. То есть голос слух, мамы слышишь всегда. Да, это то, что, на что вы первое обращаете, ну как-то можете воспринять, орган восприятия. Мы всего через 5 каналов чувств воспринимаем реальность. И до сих пор мы сидим с тобой, воспринимаем реальность через 5 органов чувств. Да. Температуру воздуха в комнате. Вот я вижу белый цвет. Как я понимаю, что у меня стена белая? Я же даже не знаю, что это стена. Это мозг додумывает, что это стена. Угу. А мое зрение видит, что она белая. Мои органы чувства, осязания чувствуют температуру воздуха. Там я ощущаю запах. Там, может быть, там розы в саду. Вот. Там с яблоки там, да? Ну, все. Нет, это лимонное. Дерево лимонов огромное. Да. Вау. В долине, конечно, много фруктов, да, и что-то я еще слышу, и я делаю вывод, что здесь тише, что это комната, а комната состоит из стен, это мозг додумывает. Угу. Вот как работают 5 органов, и это есть реальность, а все остальное мы додумываем. Эти сигналы мозг складывает. Так вот, ребенок распознает примарно звуковой сигнал. С тех пор мы идем в социум, в мир, мы видим людей, люди — это самое важное на самом деле. И первый уровень восприятия, прям бессознательно работающий всегда, это то, как человек звучит. Это правда. Вот я вам доказала, что это важнее, чем встречают по одежке или даже по запаху. Голос. А голос мы еще по телефону слышим или в зуме. Все остальное это можно закрасить, размыть и так далее. Потом, так получилось, что по нашему методу работает врач-физиотерапевт в клинике Берлина. Могу похвастаться этим. Вау. Гордимся, да, что у нас врачи это тоже применяют, еще доктор эндокринолог есть, который, да, тоже работает. Мы с ним мне щитовидку лечили, с помощью своего метода это вылечила. Другая история для другого подкаста. Мы еще сделали 5 кейсов, но она тоже с учетом этих вещей работает. Угу. Вот. И вот который в Берлине врач, она говорит, приходят люди на физиотерапию. Они, ну, уже так немножко в возрасте. У них хорошо сделано лицо,
сделаны зубы, подтянута кожа, они ходят на тренировки, у них дорогая одежда, они хорошо выглядят, но они открывают рот, и слышен их возраст. Потому что те самые мышцы, которые вы пытались накачать на ораторском, открою дисклеймер, они не качаются. Правда? Да, сейчас я расскажу. Вот. По голосу слышно, что их внутренние мышцы, которые связаны с нервной системой, вегетативной нервной системой, они дряблые. Mm-hmm. По голосу слышно возраст. К примеру, мой 25-й педагог по вокалу, я говорила, что 26 было, потрясающий просто человек, она гештальт-терапевт и зав кафедры джазового вокала тогда была. Известный очень человек, методолог. Очень много она положила вот у меня вот в основе того, как я уже строила дальше систему. Когда берешь трубку, звонишь ей, да, она берет трубку, у нее голос 25-летней девушки. Вау. Хотя ей было за 60 тогда. Тогда, лет 15 назад. Вот. Чтобы вы понимали. Поэтому первое задание всем, кто нас слушает, и чтобы понять, как это работает, послушайте окружающий мир внимательно, как в книжке Зюскин, да, контрабас. Нет, не в контрабасе, как в парфюмере. Когда он по запахам понимает, что в мире происходит, получает гораздо больше информации. Просто настолько сразу в подсознание попадает, что вы головой не замечаете. Вы других людей слышите и не замечаете. Также о вас мир все слышит. И вот, что-то я этому человеку не нравлюсь, не пойму почему. Угу. И по этой же причине наш голос на камеру не нравится. Давайте мы перейдем к практике, собственно, чтобы не было длинной-длинной лекции, дадим Надюшку поговорить. А можешь представиться на камеру, сказать, как тебя зовут и где ты живешь? Угу. Ну там, всем привет, я Надя, знаешь, как по телефону говоришь обычно, в такой манере, неофициально, не подкаст, а ну так. Хорошо. Всем привет, меня зовут Надя, я живу в Силиконовой долине. Собственно говоря, все. Да. Вот, что мы сейчас слышим, причем то, что, обратите внимание, то, что вы слышите и то, что Надя чувствует, это разные вещи. Вы воспринимаете сейчас Надю через слух, Надя через другой орган чувств себя воспринимает. Она воспринимает свою речь через осязание, через внутренние органы. То бишь, как двигается воздух внутри, как резонирует звуковая волна. Она себя не слышит. Микрофон снимает ее голос. Вы слышите слухом, она слышит осязанием. Вы слышите органом чувств номер два, она слышит органом чувств номер пять. И мы переходим к причине, почему голос не нравится. Потому что к осязанию вы привыкли. Давай сделаем эксперимент. Давай. Пробегись языком внутри по зубам. По поверхности вы тоже можете делать. Изнутри или снаружи? Изнутри, не так важно. Но это привычно, правда? Мы так привыкли, как зубы расположены. У каждого разный привкус, но мы каждый привыкли к своему. Зубы адаптировались к нашей челюсти, к ее зажимам. Нам говорят, ой, поспите, значит, с этими скапами, чтобы челюсть разжалась, у вас слишком зубы там скучные. Вот такие штуки, да, там ортодонты говорят. И зубы меняются, не всегда они оптимально находятся, но мы привыкли. Угу. Мы привыкли к такой осанке. То есть можно же выпрямиться, но мы так не привыкли. Так привыкли, это наша норма. То есть, если вы говорите вот так, это ваша норма, вы просто привыкли, это не значит, что у вас такой голос, не значит, что вы родились с такой осанкой. Голос как осанка, вопрос привычки. И на уровне осязания вы привыкли, тело адаптировалось. Но это не значит, что у меня вот здесь я так вот хожу, нет зажима. И все это видят, мне просто привычно. И даже люди не думают, что он плохая осанка, они просто воспринимают Юлиану как подавленное существо или такое уставшее. Но как только я выпрямляюсь, мне кажется, о боже, у меня какие-то новые ощущения, сейчас я приду в аудиторию там куда-то, да, там. Это сразу чувствуется? Это чувствуется, но такое ощущение, что тебе мне могут сказать, ты выспалась просто, или ты влюбилась. Да. А я думаю, а что это я вот сейчас так приду, я какая-то гордая. И у людей возникает, когда они начинают вдруг говорить, через 200 метров поверните налево. Вот, у меня такое возникает ощущение, что это типа наигранное, что это не я. Именно такое ощущение у меня возникает. То же самое, как с зубами. Возвращаемся к зубам. Если вы поставили где-то пломбу, блин, полмиллиметра. Вам такой стоматок, нормально, мам, ты привыкнешь, там сейчас зубы. Нет, еще подпилите, вот тут подполируйте. Это нормально. Все, наверное, в стоматологическом кабинете вот с этой штукой сталкивались. Это правда. Ну, это же происходит. То есть малейшее изменение на уровне ощущения очень чувствуется. Так почему же голос-то не нравится? Вот вы себя записываете в сторис. Да потому что вы слышите, вы-то ощущением, осязанием так называемым, да, себя воспринимаете, а в видео вы слышите слухом.
у вас два органа чувств привыкли через осязание, вам норм. Слухом услышали, ё-моё, у меня голос зажат. Следующий дисклеймер, Надя. Да. Голос – это не орган. То есть, это даже говорит, что у меня тонкий голос там или что-то, это не орган, у тебя не может быть тонкий голос. Тонкий голос – это сказать, что, ой, у меня там, я не знаю, любовь в крапинку или там зеленая любовь. Что такое любовь, непонятно, почему она зеленая, тоже непонятно. Что значит тонкий, это как? Меня работа с айтишниками меня научила. Они приходят такие, хочу в ноты попадать. Я говорю, ну сколько нотам лет? Я говорю, что ты хочешь, хочу ноты. Сколько нотам лет? Они такие, ну там 300, да. Я говорю, куда люди до этого попадали? Проехали. Ну, говорю, ну что дальше-то? Хочу, у меня голоса нет. Я говорю, голоса вообще нет. У меня книжка называется «Голоса нет». Это не орган. Голос – это сборное понятие. А как звуковая волна резонирует, а какие-то косточки вашего тела, звуковая волна делается не сама по себе, берется от какого-то органа, с которым вы родились. Вы не можете родиться с голосом или без голоса, или со слухом, или без слуха. Да. Это мышечная координация и координация нервной системы. То есть это поправимо, но мышцы качать для этого не надо. А что нужно для этого делать? Нужно работать с нервной системой. С нервной конкретными системой. Приемами. Я сейчас тебе покажу. Мы сегодня с Надей сделаем результат. Вот, так что голос тоже нет. Но я говорю, ну так что ты хочешь-то? Она такая, я хочу красивый голос. Я говорю, красивый это как? Анатомически, научно. Ну, ты говорю, ты же айтишник, ты же продукты пилишь, кремниевое удаление, и что? Я там, ну, я не так говорю, ну, чтобы так посмеяться нам сейчас. Понимаете абсурдность? Это миф. Это была моя история, я про себя так думала. Для себя я поправила это все. Хотите послушать мой личный результат? Мне вот сегодня в гугле, у меня вот до тебя была встреча. Хочу. Да-да-да, и вот он такой, ну, говорит, ну, у тебя личная история есть, которая ты вот не могла, я могла, я говорю, еще как? На всех мировых площадках Джулиана Эйр можно послушать песни, которые такие выпустила. У моих учеников выпущено больше. Я все 4 песни выпустила, там 2 еще в проекте висят. Вот, но я пела концерты, я с 2 бендами выступала. Я себя засунула во все, как бы, возможные челленджи. Я поняла, как это работает. Ребят, это работает. Круто. И ни один педагог мне не помог, потому что никто не может надеть резиновые перчатки и забраться к вам в горло. Никто за тебя не исправит вот то, что 2 года назад обнаружила, оттуда коррекция идет. Угу. Сознательность. Вот, давай теперь говорим еще разок и попробуй почувствовать, какие-то ощущения испытываешь. Всем привет, меня зовут Надя, прямо вот таким голосом, как обычно общаешься. Угу. Мне хочется как будто быть лучше. Уже изначально, как только я начинаю об этом думать, что мне нужно сейчас сказать. Мне нужно... А это хуже, потому что возникает контроль, контроль зажимает горло. Okay. Будет деланно и зажато. Как раз будет естественно. Фишка в том, чтобы вы не контролировали себя во время выступлений. Вы просто говорите, и вы офигенные. Ну, то же самое, я красивая, потому что я себя чувствую красивой, а не потому что я пришла на свидание и позирую. Иначе будет действительно позорство. Давай. Я поняла. Всем привет, меня зовут Надинка. И мы находимся в самом центре Силиконовой долины. Ага, где чувствуешь голос? Где он резонирует? Чувствуешь вот здесь? Всем привет! Вот он. Всем привет, меня зовут Надя. Сейчас ты уже по-другому говоришь. Да, потому что нервная система. Глубину, да. Ушла, да. Да, когда говоришь всем привет. Всем привет. А, да, все, я почувствовала. Вот. Да. Теперь пальчики кладем сюда. Всем привет! Чувствуешь вибрацию? Всем привет! Всем привет! Всем привет! Да. И если, я не знаю, насколько нас снимает камера, видно по пояс, то у Нади сейчас двигалась вот здесь мускулатура. То есть она говорит, всем привет, всем привет, всем привет, вот здесь, не тут, голос не здесь. Здесь только голосовые связки, которые работают от того, на, как бы, насколько плотное под ними воздушное давление, насколько оно сбалансировано внешним воздушным давлением. Угу. 2 воздушных давления, и между ними голосовые связки. Называется импеданс, тогда они хорошо смыкаются. Вот для этого нужна как раз вот здесь тонус мышц. Не накачанные мышцы, а тонус. И мы сейчас это сделаем. Мы вырежем упражнение. Не хочу уже всем показывать. Уже все, у меня уже все делают без меня его. И мы сейчас делаем результат. Я тебя до этого попрошу положить руку вот сюда, на грудную клетку. И сказать «ха-ха-ха». Ха-ха. Чувствуешь вибрацию под ладонь? Да. Вот. Это то, как Надя с помощью осязания учится чувствовать свой голос. Не слуха,
Потому что вы слухом не можете голос контролировать. Я говорю сейчас, особенно если я пою так. Stand shining bright above you. Как я контролирую свой голос, чтобы был красиво? Если я слухом контролирую, все же пытаются себя слушать и быть лучше. Мы же хотим быть лучше, начинаем слухом цепляться. Слух как работает? Звуковая волна из моего рта улетела туда вот в стену, она пока долетела, отразилась от стены, вернулась сюда, к моим костям, потом в барабанную перепонку, потом попала в отдел мозга соответствующий, потом мне еще надо обработать, проанализировать, хорошо или плохо, и отсюда мне сигнал нужно послать сюда. Угу. То есть работа происходит вне моего тела. Да. Работа с осязанием происходит внутри. То же самое, что пытаться автомобилем управлять, глядя на него со стороны. Ну, изнутри мы управляем. Поэтому ты чувствуешь вибрацию здесь теперь. Вот наша задача, чтобы голос не был вот таким. Чтобы голос не был вот таким. О, реально. Вот. Когда говоришь вот так высоко, здесь вообще ничего не происходит. Да, еще спазм немножко происходит, ты можешь заметить. Живот вот так сжимается. Ага. Твой, у тебя голос высокий не потому, что ты, у тебя голос высокий, потому что здесь спазм возникает. Чувствую. Привычка при общении иметь спазм в брюшной полости, диафрагме, грудной клетке. Да, я это чувствую. Вот сейчас ты сказала, я это почувствовала. Слушайте, уже классно говорит, уже можно не показывать лайфхак. Всем привет, меня зовут Надя. Всем привет, меня зовут Надя. Я почувствовала эту разницу. Это ощущение в теле другое. Именно. Это ощущение в теле другое прям. Вау. Это очень круто. И самое главное это здесь. Не голос косметически отполировать, как мы на ораторском искусстве делаем. Да. Самое главное, что у человека другое ощущение от себя, от своей персоналити. Люди идут, у нас вот даже в Америке 4 девочки нам так выдали замуж. Ты другое излучаешь, тебя по-другому мир читает. Да. Представьте, я буду с вами сидеть, отвечать про свои профессиональные навыки. И вот так говорите, у меня же полностью меняется в имидж и внешность. Мой имидж какой-то другой, когда я так говорю. Или когда я вот так говорю, например, да, есть, ну вот люди так говорят, что другая крайность у меня, вот здесь вот все работает, это резонатор. Да. Да, поняла. Соответственно, как понять, где эта середина? Вот я сейчас говорю посередине или... Человеку неважно, посередине, можно говорить высоко, можно говорить низко, можно шепелявить. Есть классные люди, которые говорят вот так, но у них только обаятельно это получается, зато неузнаваемый, я совершенно не против. То есть люди, у них там один глаз зеленый, другой голубой, и это все очень красиво. То есть можно быть самыми странными, лишь бы это было органично для вас на данный момент жизни. И, возможно, для Нади было органично говорить высоко, вот так вот, на каком-то этапе жизни. Да. Это просто было органик для того, чтобы выжить, для того, чтобы позиционировать себя как маленькое, аккуратненькое существо, вот мы с Надей одного роста, такие маленькие леди-блондиночки. Да? Вот, это было органично. Но потом, штука-то в чем? Мы развиваемся и перерастаем паттерн. А вот эта вот сжатость, как травма из детства или из подросткового возраста, или из каких-то незаконченных отношений, тащится за нами в теле. И вдруг появляется желание с голосом поработать. Что-то петь хочется, а почему не знаю? Чего-то хочется, кого не знаю. Вот, это правда. Так возникло у меня. Вот. Да. То есть у нас есть тяга испытывать другие ощущения от жизни, по-другому себя выражать. Но в теле, тело очень инертная структура, оно застряло. Это, знаете, как идея похудеть возникает за одну секунду. Эмоционально мы к этой идее, ну ладно, что-нибудь буду делать. Перестраиваемся неделя две, может неделю, ну там у кого как. Физически. Годик до того, как мы сядем. Ну как тело очень инерт материя, она очень инертная структура. Ну вот, я не знаю, вы захотели расплавить кусок железа, вам надо стоять с огнем, там, в температуру, создавать условия. Мысли-то она... Вы можете представить этот расплавленный кусок железа в секунду. Да. Но в материи это работает долго. Вот, поэтому тело, с ним надо договариваться. Но есть хорошая новость. Мы сейчас, Надя, сделаем еще одно упражнение. Зажми, разожми кулак вот так. Класс. Теперь разожми правый купол диафрагмы. Как это сделать? Ну, где-то там. Ты знаешь, где диафрагма? Нет. Диафрагма, грудобрюшная диафрагма, находится вот здесь, отделяет органы грудной клетки, дыхательные органы от органов брюшной полости. Да? Вот тут два купола у нее. Конечно, мы не можем. Но есть люди, которые там такие йога-ориентированные, говорят, что у них получается. Но гладкие мышцы, как и гладкую мускулатуру кишечника, гладкую мускулатуру бронхов,
мы почти не ощущаем. Вообще у вас бьется сердце, вы почти не можете управлять, пока вы не позанимались йогой, какими-то медитациями или дыхательными техниками специальными. Мы это тоже умеем делать. Ко мне там в одной лаборатории подключали датчики, и они офигели, как я там замедлить сердце смогла. У меня был стресс там. Все эти конфликты там начинались, я теряла команду, очень было жестко. Я как раз пришла такая раздерганная, и за 5 минут мы там, я успокоила нервную систему. То есть это можно замерить. И это называется вегетативная нервная система. По-английски autonomic nervous system. Она работает автономно. То есть ты знаешь, что ты диафрагму реально не можешь сокращать. Так вот, голос — это результат работы вот этих гладких мышц. Вот в чем дело. И когда нервная система, ей как бы хорошо, я являюсь собой, я не тащу с собой прошлое, мне спокойно и понятно все. И говорение на камеру для меня не является стрессом, потому что я, моя самооценка не зависит от мнения окружающих напрямую. Я уважаю это мнение, я стараюсь, но я не завишу, то у меня и не зажимается горло, потому что моя нервная система спокойна. Ой, у меня голос зажимается на камеру. Но фишка-то не в этом. Голос зажимается на камеру только потому, что нам оценка снаружи важнее, чем наша оценка изнутри. Называется самооценка внешняя и внутренняя. Тут либо с психологом котик надо работать, и то не всегда помогает, что мы иногда можем перехитрить, да, головой, убежать от этого. Да. Либо нужно поработать с мышцами, это можно сделать за час, за два. И мышцы, эти гладкие, их можно просто научиться ощущать, осязанием. Как-то вот здесь вибрацию почувствовала, дыхание, развить эти ощущения. Поэтому красивый голос, певческий или речевой, и скорость того, насколько наши, да, продукты дают результат, наши занятия, если я лично человека веду, они зависят не от данных или таланта, а насколько человек готов быть сознательным и чувствительным. То есть от осязания, от того контакта мозга и осязания, условно. По-научному это называется нейромышечная связь. Чудо. И ты этим можешь управлять, видишь? Ты же получила эти ощущения, ты в них можешь возвращаться. Но это не так просто. Потому что тело инертно. Да. Потому что мы привыкли действовать из прошлого. Да. А идя из такого прошлого, мы приходим, соответственно, линейно в такое же будущее. Даже если какой-то YouTube был о том, что вся жизнь, в принципе, развивается, ну, по накатанным этим. Редко что-то сильно меняется, пока не появилась мечта. И вдруг мечта, вот эту линию, прошлое примерно плавно перетекает, вот будущее можно по прошлому, да, пересказать через точку сейчас. Но вдруг появляется мечта, и у тебя из этой точки ты вот не сюда идешь, а вот сюда. У меня так было, я с коучем диспензовским работала, которая у него училась. Такая, ну что ты хочешь, вот можно по накатанной, можно спонтанный путь, а можно как бы амбициозный. Я говорю, да ты же, конечно, амбициозный. Такая, что для тебя амбициозный? Говорю, ну вот там переехать в Америку и вторую часть не буду озвучивать. Вот, короче, я говорю, ну, думаю, так лет через 10, я помню, это был февраль. Через 6 дней я была в Америке. Вау. Я не собиралась, у меня блогеры, кто помнит, нашли Люмилову, ребята, короче, меня вытащили вот сюда, в Сан-Хосе прилетел, мы поехали смотреть китов, меня китами убедили, я никогда не записала песню про китов, там другая история, можем с тобой в блоге про Америку порассказывать. Да. В общем, душещипательная история, но у меня получилось вот так, случайно, то есть я это произнесла, у меня вдруг поменялась жизнь. Но чтобы поменять инерцию мышления, господи, короче, это было сложно. А можно я расскажу на секунду? Когда моя ситуация была такая же, я жила в Москве, и я приняла решение, что я лечу в Америку. Я иду получать визу, у меня первый отказ, второй отказ, третье одобрение. Я выхожу с посольства, это было в Казахстане, в Астане. Я захожу в номер, я одна в номере. У меня начинается понос, рвота, головокружение и состояние предсмертное. Я одна в номере. И это было 5 минут, и все прошло. Это вот когда, вот у меня, понимаешь, да? Ага. Это когда вот я, был переход от того, что я Россия, Америка. Вот у меня такой организм вот так это воспринял, такой стресс был, видимо. Ну, потому что когда мы предпочитаем жить в предсказуемой реальности, поэтому мы копируем, то есть
живя в прошлом, нам все понятно. Ну, может, было не процветание, но выживание было обеспечено. Да. А тут будет непонятный сценарий, мы не можем предсказать, и у нас начинаются психосоматические глюки. Я тоже испытала в процессе иммиграции уже здесь. Испугалась я уже здесь. А-а-а. И у меня тоже, иду тренироваться, протеин после тренировки, я же долго выпиваю, я не помню, у меня все обратно. У меня был так, у меня там менялась очень сильно жизнь. Я просто, мне такого никогда не было. Прихожу на массаж лица, мне девочка там говорит, которая мне говорит, слушай, а такое бывает, у меня столько раз было, мне тошнило от стресса. Я говорю, никогда. Ну, то есть вообще психосоматикой занимаюсь. Это называется как раз спазм гладкой мускулатуры. Ну, и мозг другие сигналы, гормональные сигналы. А, и самое важное, я мне сказала, говорила вначале, что когда мы спазм убираем, он же сигнал в мозг давал, что мы в стрессе, мозг кортизол вырабатывает. А если мозг уже не кортизол, а, например, серотонин вырабатывает. Угу. Когда у него с дофамином лучше, ну, там, понятно, не черное на белое меняется, сложный каскад гормонов. Короче, у нас после курса психовойс, я помню, у меня одна девочка, у нее, правда, и опухоль уменьшилась на щитовидке в 4 раза, минус 13 килограмм за 2 месяца. Вау. Я постфактум узнала, даже лично не работала в том курсе. Это просто кейсы гормональные. Это такие, чудо. Да, это чудо. Я офигела, даже я зум даже не сразу узнала. И здесь, в долине, одна девочка-фаундер, она... Мы в Добром доме у Дорончева так познакомились. Мы сделали 3 занятия. Мы включали туда пение, разные такие практики, да, работы с нервной системой, потому что она была очень ушатанная, была в очень большом стрессе. Она все время пыталась как-то похудеть, тело подсобрать. Так немножко в теле очень... У нее 100 человек команды тогда была, стартап. Чтобы вы понимали, она из Forbes... 30 under 30, 30, да, 30, да, да, называется на русском. Да. Минус 6 килограмм за 3 сессии. Я вообще не про пение. Я просто нервную систему хотела восстановить, и поэтому все знали про это, что я так работаю. Вот, поэтому, да, то, что я делаю, чаще могут оценить такие нестандартные умы, которые что-то достигли, им важно. Они уже понимают ценность поддержания нервной системы в тонусе. Угу. Вот. А голос — это бонус. А голос — это побочка от того, что твоя нервная система в порядке. В порядке или соответствует хотя бы тому, где сейчас сознание и что ты хочешь. Угу. Потому что там, знаешь, вариантов порядка, она может быть... Стресс тоже же хорошая вещь. Вы в возбуждении, но вы же не можете быть в стрессе. Лев не гонит зебру больше 8 часов. Он догнал или не догнал, он потом спит, отдыхает, отключается. Угу. А хьюман что делает? Он такой, я не догнал зебру, я мудак. Это я. Ну так а что, а мышцы вот так. То есть лев догнал, не догнал зебру, он как бы расслабляется. А как ты считаешь, физические упражнения помогают расслаблять? Например, йога, плавание? Йога помогает, плавание помогает, потому что они завязаны на дыхание. Ага. Гладкая мускулатура завязана на дыхание. Просто качалка не всегда, потому что вы можете дышать, вы можете недорасслабить дыхание. Короче, все, что дает вам наблюдать внутренние ощущения, внутренние, прям я бы сказала, мы с этого начали сегодня, угу, работает. Чисто покачать мышцы, приседать, оно может немножко вас вернуть в тело, потому что вам больно или тяжело, или вы хоть как-то все равно дышите, пробежка, но даже танцы не сравнятся с пением, потому что все поперечно-полосатая вот эта мускулатура. Угу. Тоже пение, вот даже не столько речь, а пение, это чистая работа гладкой мускулатуры. Есть только еще один такой вид деятельности, которая также работает с гладкой мускулатурой. Не знаю, догадается кто-то, нет? Догадаешься? Навряд ли. Секс. Секс? Ну, потому что там эмоции, ты весь во внутренних ощущениях, ты весь про осязание, ты точно дышишь. Такие маленькие дети есть. Ты знаешь, что тут не покричишь, не постонешь, а у кого-то в принципе это не умеет во время, да, интимной близости делать. Но все равно дыхание, вы дыхание, попробуйте, да, не шуметь, такое шумное, блин, дыхание даже. Дыхание шумное, это правда, ты сейчас сказала, я задумалась, и это реально. Да. Там нету вариантов не дышать. Поэтому все там клиенты, знаешь, очень любят, если нет какой-то травмы именно в голове на эту тему, то эта штука классно перезагружает нервную систему. Это прекрасная практика в паре. После этого можно попеть, и будет петься офигенно, а после попеть очень хорошо сексом заниматься. Потому что у меня пары приходят, они такие после этого утром мне смайлики шлют. Круто. И с одного, кстати, с этого же психовойса, упомяну, здесь тоже был такой результат. У девушки, которой никогда не было оргазмов, до этого у нее появились офигенные оргазмы. Я через год, правда, после курса это узнала, недавно зум была, она говорит, о, да я у вас была, я говорю, я вас помню, я у вас была на курсе, у меня, знаете, бронхит прошел, я там петь сразу пела, это очень крутой курс, тут все девочки говорят, это оргазм,
У нас на лендинге висит ее отзыв, мы там закрыли лицо. И есть девочка-психотерапевт в Лос-Анджелесе. Она в открытую очень рассказывает легко про это. Говорит, все, развожусь, приходит на сессию, из машины занимается, она пишет слезы, все, на третий урок приходит Юлиана. У меня такой оргазм, которого никогда не было. Это уже нейромышечные связи, связь челюсти и таза. Кто к родам готовился, или занимался сексологом, или тантрой, знают, это анатомические поезда. Там. Ну, короче, я сейчас ботаном буду, я... вам эта информация, наверное, не так интересна, но я вот люблю умные книжки на эту тему почитать. Поэтому голос, как говорит Надя, это побочка. А как можно понять, что зажим есть в челюсти? Да вы это чувствуете. Если вы не чувствуете, значит, вы не связаны с ощущениями. Но по внешним признакам, стираются коренные зубы, скученные зубы, ортодонт вам говорит, что у вас что-то вообще с прикусом не так, остеопат вам говорит, что у вас что-то с шеей не так, потому что даже плечи от зажатой челюсти, ну там все вместе работает, 152 пары мышц, поди разбери, от какой началось, знаете, как в остеопате, ой, у меня коленка болит, он тебе на плечо надавил, коленку отпустила, да, ты знаешь, а тело, оно такое, в остеопате очень много, в кинезиологии очень много поняла, тело настолько мудрое, вы даже можете... Даже занимаясь этими науками, можно не до конца проследить, что у самого происходит, что есть привычка с восприятием. Да, вот, вот так вот это я. А вот это уже не я, и мне стыдно таким ходить, хотя люди-то что, выспался? Вот реально есть это ощущение стыдно говорить таким голосом, стыдно вот так быть. И это реально есть это чувство. Не высовывайся, память-то есть. Не кричи. Да. Страх проявляться — это страх осуждения. Мне сейчас нужно вторую книжку написать. Первую написала, но не выпустила там. Несчастный февраль наш начался, который голоса нет. Сейчас буду выпускать. А вторую книжку я хочу назвать «На втором месте после смерти». Потому что страх публичных выступлений. «На втором месте после смерти». Ну, такое интригующее название, там никто не знает, не сразу поймет, но начинаешь думать, почему так называется. И я хочу раскрыть, у меня уже есть несколько глав. Я просто хочу сразу на английском выпустить. Я хочу раскрыть тему страха осуждения, страха, что тебя выгонят из стаи, и как в кризисе среднего возраста, это вот возраст тех людей, фаундеров, директоров, инвесторов, ребят, которые, на которых большая ответственность, они вроде пахали, пришли даже, они финансово и безопасность себе, своей семье обеспечили, а потом, блин, а кто я? А кто, ну вот, ну такое, то есть, ну как бы социально, да, и люди отражают тебе, что ты как бы что-то классный, а вот они хотят познакомиться с своим эмоциональным миром и выражать себя более vulnerable. В общем, очень много тем, которые можно раскрыть. Вот, и, конечно, нас зажимает. Нас до какого-то момента, пока мы не проходим вот этот кризис, мы, у нас самооценка есть внешняя, и даже если мы головой это поняли, забавно, что у нас есть память в теле, как зажатая челюсть, которую мы еще по такому голосу слышим. Челюсть стыкуется с гортанью, которая поднимается вот так. И здесь у нас есть отросток the vagus nerve, блуждающего нерва, который, короче, когда мы делаем просто humming, мы стимулируем нашу вегетативную нервную систему. То есть, когда сильный стресс, можно просто погудеть, это помогает. Я на днях тоже вот, мы когда в Вайнерис были, мы с тобой увиделись, мы как раз говорили с одним человеком, который в большой компании работает главным продуктом. Он говорит, а я хамин делаю. Спрашивал меня, чем я занимаюсь. Говорит, ты знаешь, вот я так успокаиваюсь через... Кроме него, блин, меня понимают. Мы хотим встретиться вместе, немножко это все поделать в каком-то кругу, в следующий мой приезд. В общем... Ты столько всего наговорила, я буду говорить, стараться звучать по-новому. А еще есть такая штука, когда вот звучать по-новому. Звучать по-новому. Да, ты будешь себя ощущать по-другому. Есть еще разные упражнения, чтобы простимулировать брюшные мышцы, которые дрыхнут. Но мой совет — никогда не поддавливать животом ни во время пения, ни во время речи. Все пытаются давить животом, но на самом деле живот включается, когда мы расслабляем горло. То есть голос у тебя будет ниже, когда привычка вот так вот делать изнутри, она уйдет. Да, я поняла. Вот это, что со мной все в порядке. Я безумно тебе благодарна за твои знания, за то, что с ними делишься и распространяешь по всему миру. Это очень важно, ценно, и ты просто золотой человек. Благодарю тебя. Спасибо тебе большое for having me here, за твое уютное пространство, и спасибо нашему оператору. И, в общем-то, все обстановки. Да, очень рада снова встретиться. Взаимно.
Это было очень интересное, увлекательное путешествие внутрь себя, впервые почувствовать. И если вам интересно, откликается, как будет изменяться мой голос и вместе с голосом все остальное, если вам интересно, ставьте лайки, подписывайтесь, шлите комментарии.